кошечка гламур. Мур-мур-мур-мур, я киса, кис-кис-кис-киса. Я кошечка гламур. Мур-мур-мур-мур, я киса, кис-кис-кис-киса. Киса-киса-кис-кис, хочу на ручки. Я твоя киса, остальные жучки. Кошечка гламур, бантики маникюр. И смотри на этих кур. Мур-мур-мур, я кошечка гламур. Мур-мур-мур-мур, я киса. На-на-на-на-на-на. На-н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 а. Привет, ребята! Пу-пу! Итак, это десятая серия второго сезона. И напоминаю, что это 20-я серия. И, как всегда, напоминаю, что в 20-х или 10-х числах у нас пародии. Итак, Аблетар! Ты что это делаешь? Это бар для нормальных мужиков. Что я не так делаю? Ты пьешь чай! А надо пить водку! Теперь кресло мое! И-и-ай! Ох-о-о-о! Круто! Че, парень, не везет? Отправляйся с нами! Ждет большое приключение! Какое приключение? Я сумасшедший ученый! И... Потом тебе скажем в конце, когда ты переместишься в тело аватара и будь остальное. И что я должен сделать? Садись в эту кэтсуну. Я не знаю, что она делает, и не знаю, что нужно сделать. Просто садись, и я сделаю вид, что я все поняла. И сделаю очень прикольный вид. И... Бум! Я серьезная! Что? Где я? Что это? Привет, оруженосец. Кто? Оруженосец. Будешь моим помощником. А почему я синий? Так ты же аватар, они вроде бы и должны быть синие. Они хотели делать зеленые, но потом передумали. Итак, твое первое задание для новичка. Будешь водить вертолет. Разве они не должны быть другие вертолеты? Нет, не слушай его! Уже меня! Нет, он начальник, понял! Твоя задача! Подкраться к доверию к этим проклятым индейским мачо! И а мне это делать? А ты мне морожку делай! О, ну почему у меня такое сложное задание? В общем, слушай меня! Твоя задача подкаст доверия к этим идиотам, а потом предать их, а я приду в последний момент и дам тебе много денег. Согласен? Хвин-кик-хвин. Хвин-ихо. Вам не заполучить его. Кого, меня? Хэ-хэ-хэ. Хэ-хэ-мэ. Ну, конечно, тебя, глупый.
Ту-ту-ту-ту-ту. Хэ-хэ-квэй-кэ бью. Они идут, бежим. Я уже здесь. Я привела его. Избранного. Ну, где вы? Вылезайте, трусишки. Избранный, это я? Догадался. Зачем ты привела его? Нам тут не нужно щенков. Не будь занудой. А я совсем не против щенков. Я тоже. Я привела его, он мой. А я убью вас без костюма и без оружия. Потому что я чокнутый злодей! Оружие я, конечно, принес, но надо стрелять вот так, наверное! Я его сейчас убью! Ой, не понял, простите. Вот так! А, получай! На! За то, что ты такой крутой, а я не крутой! Я даже без костюма пришел! Ну, и... Держись, избранный. Я даже не знаю, как тебя зовут. Это Эйва. Эйва, точно. Эйва. Она спасла его. И я жив? Он жив. Да, я это жив. А тело мое умерло. И со злом покончено. Вы убили его? Давайте займемся, дамы. Несколько лет спустя.